Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, начинаю новый влог. И, девочки, помните, я вам говорила о том, что я собираюсь себе покупать разную технику на кухне. В общем, хочу накупить себе разных помощников, чтобы проводить как можно меньше на кухне, но при этом вкусно и полезно готовить. В общем, как-то так. Поэтому я сейчас получила... Вот у меня тут коробочка стоит, вместе с вами откроем и сразу же вместе с вами протестируем. Потому что я, конечно, как всегда, покупаю, там говорю, вот я купила, потом расскажу, и это потом, оно уже не актуально, как говорится. В общем, знаете, что я себе приобрела, девочки, сейчас я вам покажу. Такая коробища, я купила себе аэрогриль. Привез мне курьер, вот так вот все запаковано. И что самое главное, девочки, здесь идет подарок овощерезка. Она мне, кстати, тоже нужна, причем очень нужна. Поэтому выбор мой был очевиден. Сейчас вместе с вами распакую и покажу. Заказала я себе вот такой аэрогриль. Называется он Oberhof Braten X5 модель. Вот такая вот прелесть. Я тоже сейчас его вытащу, покажу. Выбирала я, во-первых, чтобы он был компактный и не занимал много места, естественно, но чтобы вкусно готовить. Зачем мне вообще нужен аэрогриль? Для экономии времени, для того, чтобы быстренько что-то приготовить. И как раз-таки данная модель, вот эта вот, она на 58% готовит быстрее любые продукты, чем его аналоги. Поэтому я и выбрала, так как мне аэрогриль именно и нужен был для того, чтобы быстренько что-то приготовить. Поздно приехали домой, быстро поставила, он сделал отлично. Еще у меня муж очень любит жареную картошку. Здесь можно приготовить все без масла, поэтому... Мой выбор был очевиден. Давайте я его сейчас раскрою и покажу, как выглядит сам аэрогриль. И перед этим еще пару слов по поводу овощерезки вот этой вот. Это вообще идет она, как я уже сказала, в подарок, за что огромное спасибо, потому что вещь тоже нужная каждой хозяйке. Сейчас я ее распакую. Тем более, что здесь есть в особенности насадка для мелкой соломки толщиной 2 миллиметра. Как раз можно корейскую морковку, например, делать. В общем, разные ножи здесь идут. Тоже сейчас поближе покажу. Вот такая терочка сразу вместе с контейнером. Очень это удобно. И вот здесь вот различные идут насадочки. В общем, давайте сейчас распакую и все вам покажу. Сегодня будем жарить картошку как раз для моего мужа, потому что он очень-очень любит у меня жареную картошечку. Но приготовить здесь можно много что. Здесь вот на коробке можно увидеть, что даже и пиццу можно приготовить. В общем, куча различных блюд. И все это будет быстро и полезно, потому что без масла. Так, покажу, как было все запаковано. Было в пакете. Сам аэрогриль, да, и вот внизу такая пенопластовая поставочка, вот это сверху была, пакет, и еще сверху было обклеено вот такой пленочки я сняла, и вот здесь вот тоже, вот он, красавчик мой, девочки, это же просто нечто. Здесь еще тоже пленочка, я ее сниму, и вот здесь вот, видите, заклеено, чтобы чаша не вылезала. Сейчас мы разберемся с ним. Идет гарантийный талон. Гарантия у него 2 года, что, мне кажется, тоже немаловажно. И здесь уже идет сама инструкция. Тут различные вот всякие, видите, вот всякие, что тут, как тут, тоже почитаю сейчас. И смотрите, различные сразу же идут рецепты. Куриная окорочка фаршированные, смотрите, жульен, ребрышки. Вот. Еще, видите, можно делать не только жареный, запеченный картофель, стейки с форель. Ну, в общем, тут прям много-много всяких рецептов. Стейк с картофелем в аэрогриле. То есть вы можете там пришли с работы, быстренько картошечку с курочкой и все. Это кабачки. Смотрите, как аппетитно выглядит. Остановлюсь немножко, разыграю вам тоже аппетит. Куриные рулеты, слоеные пирожки даже можно. Пирог, видите, с уткой.
В общем, много всяких рецептов. Лазанью можно готовить. Здесь где-то я даже увидела выпечку. В общем, печенье, рецепт печенья тут какого-то был. В общем, супер. Обожаю, когда еще идут всякие рецептики. Обязательно из этой книжечки что-нибудь приготовлю. Так, и давайте посмотрим комплектацию. Да? Аэрогриль сам непосредственно. Показала вам уже инструкцию вместе с рецептами и гарантийный талон сюда идет. Дальше. Вот это как раз сама чаша. Чаша идет объемом 4 литра и 2,6 литра. Есть вот здесь вот сенсорная панель и есть 5 программ приготовления. Таймер на 60 минут, сенсорная панель, я сказала, да, и есть еще здесь система быстрой циркуляции воздуха, то есть он готовит за счет циркуляции воздуха. Мощность, у меня просто спрашивают, я никогда не называю, мощность мотора 1400 ватт, и здесь идет у нас антипригарное покрытие, напряжение у него 220 вольт, мощность сказала, и регулировка температуры у него будет от 80 градусов до 200. Таймер 60 минут, в общем, все сказала я. Вот такая вот здесь идет чаша для приготовления, и как раз таки вот ручка для того, чтобы, ну, кнопочка вставлять, закрывать и так далее. Вот, смотрите, автоматические программы стейк, картофель, курица, рыба, кекс. Это автоматические программы. И здесь вот я еще увидела инструкции. Вот различные тоже программы, тоже все. Здесь есть все прописано, все обязательно вы... Ну вот, например, смотрите, картофель, время приготовления... 20-25 минут. Это ломтики домашнего картофеля. 20-25 минут. Супер. В общем, можно, кстати, не использовать масло. Это рекомендации. Видите, намажьте майонезом, заверните в фольгу и так далее. В общем, супер. Вот такая вот у меня теперь классная вещица есть. Мой помощник. Чаша, я считаю, достаточно большая. Ну, по мне так. Да, в общем, давайте с вами сейчас пожарим картошечку. Еще забыла показать, вот эта вот решеточка, она отсюда отсоединяется. Здесь вот как раз кнопка, на которую нажимаете, и просто вот так вытаскивается наверх. Ну, для того, чтобы мыть, естественно. И здесь полностью сделано антипригарное покрытие, так что супер. Ну что, нарезала я картошечку, добавила сюда немножко куркумы и соли. Единственное, что, забегая вперед, скажу, что картошку нужно обсушить. Я этого не сделала, но она все равно получилась очень вкусно. То есть ее нужно выложить на салфеточку, немножко обсушить, чтобы она не была такой сильно влажной, как у меня. И будем отправлять в аэрогриль. Единственное, что тоже я потом только посмотрела, вначале порезала, сложила. В общем, нужно разогреть аэрогриль для начала до 200 градусов, а потом уже ставить картофель. Но все равно получилось очень вкусно. Я тут впервые, в общем, по рецепту до 200 градусов нужно готовить при 200 градусов 10 минут, через 10 минут как бы перемешать или встряхнуть. Вот, я тут впервые вместе с вами включаю. Вот, автоматически, видите, идет 10 минут, но я что-то решила добавить время. Думаю, надо побольше времени. Вот, тут пытаюсь, видите, включить. Ну, впервые. Думала, вначале, может, 25. Думаю, если с каждой, ну, вообще 20 минут у меня готовилась картофель. И приготовился вообще идеально. Просто с корочкой хрустящей, видите, я тут... балуюсь, можно так сказать. Вначале хотела побольше времени, потом решила ставить 15 минут, чтобы через 10 минут перемешать, в общем, не забыть. В общем, вот такая вот картошечка у меня получилась. Посмотрите, какая она классная. Но обязательно обсушите ее полотенчиком, прежде чем ее сюда складывать, да, в саму чашу аэрогриля. Картошка получилась просто обалденно вкусная. Аромат на весь дом.
такой, она получилась даже практически как в Макдональдсе, только нет масла, то есть как во фритюре, только нет масла. И это очень-очень вкусно. В общем, буду теперь готовить, экспериментировать различные рецепты, посмотреть в интернете, в этой книжечке. Всем советую. Ну что, девочки, могу сказать, аэрогриль мне очень сильно понравился. Муж даже сказал, почему-то раньше его не покупила, потому что, ну, очень понравилась картошка. Без капли масла она реально получается как во фритюре, только без масла. Это супер. Можно, конечно, добавить немножечко маслица, но я как раз-таки его заказывала для того, чтобы не жарить с маслом. И это как раз идеально просто. Потом еще буду экспериментировать. Хочу курочку попробовать там запекать. Посмотрела в интернете различные рецепты в аэрогриле. Еще также можно овощи всякие, например, там брокколи, цветную капусту, много всяких рецептиков. Тем более у меня лично цветную капусту не едят мои домашние. Вот, ем ее только я, и как раз вот буквально там пару соцветий сделать себе на ужин будет вообще, в общем, супер. Рекомендую от всей души. Я ссылочку на него, конечно же, оставлю под этим видео. Девочки, вещь супер классная. Я говорила, что я жалею средства на бытовую технику и тому подобное. Вот решила больше не жалеть и приобретать себе все, что мне необходимо. Куча помощников, потому что, ну, надо как-то вот... Хочется вообще, кроме кухни, заниматься еще чем-то другим. Поэтому нужно себе много помощников. Вот, ссылку оставлю, как я уже сказала, рекомендую от всей души. Ну, еще я заехала в мясную лавку, покажу вам еще свои покупки, что там приобрела из мяса. И взяла чек, тоже вам покажу. Вон у меня тут разнервничалась, потому что она всегда, когда я езжу вот в мясной магазин, она всегда прям чувствует. Вот, купила купаты, это купаты из свинины. По-моему, 8 штучек у меня здесь получилось. Купила вот такой кусочек говядины. Я вот эти жилы отдаю собакам. Ну, а мясо, соответственно, либо буду запекать, либо потушить. Говядинка, кусочек очень хороший. Ну, забрала вот весь кусок, который был. Здесь у меня домашний фарш килограмм. И еще купила вот такие... Это, по-моему, лопатка говяжья. Здесь она есть с косточкой, а есть с жилой такой. Вот жилы я отдам собакам немножко погрызть, а с косточкой вообще-то покупала себе на суп. Ну, с жилкой собак немножко побаловать, угостить надо, да? Вот. И, в общем, это и все, что я приобрела. Давайте покажу вам чек. Вот купаты у меня получается, фарш домашний, говядина 719 рублей, это дешевле, чем где-либо. У меня почти 2 килограмма получалось. И говяжья лопатка. Тоже забрала все, что было. На 776 рублей. Мне надолго хватит на супчик как раз. Борщик какой-нибудь сварить, что-нибудь приготовить. В общем, вот такие мясные покупки. Так, и в сегодняшнем видео я также вам хочу показать, конечно же, любимку, которая спит на сумке мужа. Это сумка для документов моего мужа. Он на ней спит, похрапывает там. В общем, я вам хочу показать, у меня были покупки из магазина RevGosh, но вообще магазин RevGosh очень разочаровывает, девочки. Хотя бы просто потому, что там, во-первых, маленький ассортимент, то есть уже многие магазины и куча белорусской косметики, и разных других марок, и какая-то китайская, и куча корейской, и такой косметики. Магазин RevGosh как-то отстает от всех. Очень там мало, полки, можно сказать, полупустые, по крайней мере, в том RevGosh, который ходила я. Ну и цены. Цены, конечно, да. В интернет-магазине на том же Wildberries косметику точно такую же можно купить в 2 раза дешевле, девочки. Но мне подарили сертификат в магазин RevGosh к 8 марта, да, и, соответственно, я потом сходила и сделала покупки. Хочу вам показать, хочу вам порекомендовать попробовать один аромат, который я, кстати, давненько его присмотрела. На Рандеву он тоже есть, но там, по-моему, нет именно вот этих двух ароматов. Я, честно говоря, не помню, но на момент покупки их точно не было на Рандеву.
И я говорю об ароматах марки, как правильно она называется, Майори, да? Тут я коробочку немножко поцарапала. Это у нас Италия, да, производитель Италия. Очень классные вот эти вот ароматы. Единственное, что они не шлейфовые, но я почитала вообще про этот бренд. И вот эти вот ароматы у них как раз таки предназначены для того, чтобы... То есть они как татуировки, как бы вот позиционируют себя производители этих ароматов, что это не ароматы, а некие такие ароматные татуировки. Ну, скажем так, да? Ну, здесь видно, видите, какая коробочка. Зайдите, познакомьтесь обязательно в RevGosh вот с этими ароматами. Мне из всей представленной коллекции очень понравилось два аромата. Первый – это вот этот, который я приобрела. Он еще на тот момент был со скидкой, где-то в районе 7000 я его приобрела, 100 миллилитров. Называется он «Амулет». Вот такой вот миленький флакончик. И второй аромат, который мне нравится, который я хочу себе приобрести на лето, но, не знаю, заказать где-то в другом месте, наверное, буду искать, потому что все-таки в RevGosh дороговато. Это точно такой же аромат, аромат Love. И еще там есть один аромат, я забыла его название. Он пахнет, знаете, травяным чаем или какой-то баней или что-то такое, знаете, то есть такие ароматы релакс. Данный аромат, он, описание не помню, я вам оставлю просто ссылку, но я оставлю ссылку на RevGosh, вы просто скопируйте название и погуглите где-нибудь цену в другом месте. Но прям рекомендую присмотреться. На лето классно эти ароматы, потому что они не шлейфовые, они не удушат никого, то есть классно. Данный аромат, по мне так, это такой ягодно-жвачный, можно так сказать. Немножечко такой, как жвачка ягодный, но не приторно-сладкий, не варенье, не карамель ягодная, а именно вот такие вот свежие ягоды и немножечко такой жвачка дает. Может быть, сочетание каких-то свежих ягод, фруктов дает вот такой вот такой аромат. И он так стартует. А потом он уже становится таким древесно-ягодным. Очень вкусно, не приторно-сладкий, такой прям гурманский, по мне, так аромат. Девочки, прям рекомендую. Потестируйте, зайдите в RevGosh, обязательно потестируйте вот эти ароматы. Классные. И аромат Love, он, ну, такой же, да, только в красный. Здесь вот розовая такая, да, цвета фуксии, вот. Там в красной такой упаковке написано на нем Love, нарисовано здесь вот, вот такая вот штучка нарисована с другой стороны, а там сердечко. Это аромат, вот аромат Love, это аромат клубники, но не клубничного варенья или клубничной карамели или жвачки, а именно свежей клубники. И далее он раскрывается, тоже становится такой клубнично-древесный, очень классные ароматы. И вот третий, я не помню, как он называется, по-моему, он то ли с какой-то птицей, по-моему. Ну, в общем, потестируйте. Девочки, очень рекомендую, но в RevGosh не рекомендую покупать. Ну, реально дорого. Вот 7 тысяч еще, да, куда ни шло. Вообще, я хотела аромат Love купить, но он был по полной цене, 9, то ли 9, то ли 9 с хвостиком. А вот этот был со скидкой, поэтому я его и взяла. И также я взяла немножко косметики. Помните, я вам показывала, что я покупала помады от Luxe Visage. Обалденные помады, девочки, просто огонь. Мне очень нравятся. Они не растекаются, не размазываются. Если вы еще нанесете на стойкий карандаш, будут держаться вот реально, ну, полдня точно. Классные помады. Это вот у меня перламутровые варианты. Есть там еще не перламутровые. На Вальберес они стоят в два раза дешевле, чем в RevGosh. Но так как у меня была подарочная карта, поэтому я и приобрела. Я в прошлый раз, когда там была в RevGosh, да, показывала вам уже вот эту помаду. Это 02 оттенок. Единственное, что на Вальберес я посмотрела, свочи немножко не соответствуют тому, что есть. То есть можно тоже зайти в RevGosh, потестировать ароматик, потестировать помады и заказать где-нибудь в другом месте на том же Вальберес. Вот, я купила вторую вот такую помадку,
То есть одна, видите, такая светло-розовая, а вторая более такая фиолетовая. Это перламутровая помада. Слушайте, они классные. Мне очень нравится качество и цвета. Там есть еще такие бежевые, бежево-розовенькие. Такие классные, кстати, цвета. Мне очень понравились. И я с удовольствием куплю еще себе. Обязательно, девочки. Ну, закажу уже, наверное, на Вайлдберриз. Так, у меня получается... Давайте я вам вот так покажу. Хочу просто показать вам свотчи, чтобы вы понимали. Посмотрите тоже на Вайлдберриз, там свотчи немножко по-другому выглядят. Но фотография, конечно, не передает. Так, вот этот посветлее, это 02 оттенок, потемнее, это 14. И вот свотчи. То есть это такой красновато-розовый. Я бы даже... Ну, он все-таки красновато-розовый такой. И на губах смотрится так же, с перламутром. И это 02, и вот это 14, видите, он прям такой фиолетовый. Лето будет такой даже немножко ягодный, что ли. Летом будет огонь. Вот они. Как бы показать? Вот так. Да? Нет, вот так. Вот так получается. Вот. То есть, видите, в тюбике она смотрится такая вот эта красноватая. На самом деле она прям фиолетовая. Видите, как блестит. Летом, девочки, будет огонь. Советую вам вот эти помадки. На Вайлдберриз они вообще, по-моему, 100 с чем-то рублей стоят. Ну, по крайней мере, когда я смотрела, они столько стоили. Если еще там, может, какую-то скидочку поймать, то будет супер. Так что советую, девочки, вот эти помадки. Они реально огонь, огонь. Вообще, Люкс Визаж, белорусский вот эта марка. Мне и туши безумно нравятся, и помады тоже классные. И я еще решила попробовать взять румяна. Но, опять же, в Рив Гош дороговато, на Вайлдберриз они подешевле. Еще раз повторюсь, так как у меня был подарочный сертификат, то, соответственно, я там взяла. Вот так вот выглядит румяна, чем-то похоже на МАК, да? На самом деле, вот. И вот такие вот румяшки я взяла. Это тон 01. Я вам оставлю просто ссылку, не буду уже там, вот. И вы посмотрите. Тон 01. Он такой холодный, розоватый такой. Не знаю даже, как описать этот. Но румяна вообще огонь. Они на мне сейчас. Ну, на камеру. Камера надо поярче было нанести. Я наношу их вот такой вот пушистенькой кисточкой. Вот видите, на ней тоже видно, да? Специально не стала кисть мыть, чтобы было видно. Вот видите, и они такой дают, они полностью матовые, и такой вот, знаете, даже не то, что прямо яркий румянец, а как будто бы у вас такой здоровый, красивый цвет лица. Есть разные оттенки, тоже можете потестировать в Рив Гош и заказать на Вайлдберриз. Почему бы нет? Я так буду делать, точно. И кирпичного такого цвета есть, и более коричневый, и для скульптурирования там можно найти оттенок. В общем, классный. Они лежат не пылью такой, знаете, бывает, вот румяна недорогие, они прям пылью такой лежат, очень заметно. Нет, они просто придают такой, ну, здоровый цвет лица, я бы так выразилась. Румяшки классные, девочки, попробуйте. Они практически даже не пылят. То есть, видите, я не протирала вот эту коробочку, она как есть, так и есть. Набираете, вот видите, практически даже не пылят, и наносите, не знаю, сводч показать. Это у меня 01 тон, но это светлый. Вот видите, он такой светло-розовато-красноватый такой вот оттенок, очень прикольный, придает свежесть на бледном личике. На загорелый, конечно, нужно что-то другой оттенок. Вот, я потом другой оттенок тоже обязательно... На Вайлдберриз закажу, девочки, имейте в виду. Вот. Я не делаю рекламу Вайлдберризу, но по факту получается, что там подешевле. Поэтому лучше, ну, даже если разница в 100 рублей, я считаю, что лучше уж тогда сэкономить эти 100 рублей. Купить не одну тогда, а две помадки, например. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки еще в магазине Рив Гош. Поделилась. Девочки, реально сходите, потестируйте вот эти ароматы от Майори. Майори, не знаю, как правильно называется, Майори Коллекшн. Амулет мне очень понравился, Love. И вот третий, забыла название, не помню, надо было сфотографировать, я как-то не подумала. Вот,
В общем, ссылки на это я вам тоже оставлю. На аэрогриль тоже будет под этим видео. Я надеюсь, что вам спит красавчик. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч.